первому визиту губернатора в многофункциональном семейном центре на Электрозаводской 52 без очередей. У каждого посетителя свой специалист, причем на первом этаже принимает людей и с ограниченными возможностями. В одном месте теперь саккумулированы практически все виды помощи. Здесь есть специалисты соцзащиты и службы занятости, открыты новое юридическое бюро и, разумеется, МФЦ. Для семей участников СВО отдельное пространство, есть даже свой психолог. В предоставлении услуг населению, по словам Павла Малкова, власти работают последовательно. Сначала у нас появились многофункциональные центры предоставления услуг, потом появились такие же центры для бизнеса, появились центры занятости. Мы сейчас вот с вами находимся как раз в центре занятости, который тоже работает по принципу одного окна. А теперь вот появился еще многофункциональный семейный центр, где можно получить услуги, находясь в какой-то сложной жизненной ситуации для многодетных, для семей участников СВО, многое-многое другое. То есть сюда можно обратиться с любым вопросом и точно рассчитывать, что здесь помогут и подскажут, что сделать в той или иной ситуации, и даже предложат реализовать конкретные решения. Многофункциональный семейный центр работает всего 2 недели, но уже сейчас здесь можно подбить небольшую статистику. Количество обращений уже исчисляется сотнями, и если вначале это были робкие попытки найти совета, то сейчас полноценная поддержка, вплоть до межведомственного взаимодействия. В центре рассчитывают принимать до 20 тысяч человек в год. В основном обращаются сейчас более всего людей это с юридической помощью и также оказание соцподдержки населения, льготы, ЖКХ, детские пособия. За 2 недели, тот период, который мы проработали, да, более 200 людей. Из них 300 звонков у нас было и 50 из них уже из Рязанской области. Ряжские, шацкие, сасовские жители этих районов звонят сегодня чаще всего. Пока что для них предусмотрена выездная модель центра, но открытие филиалов уже не за горами. Как заявил Павел Малков, после согласования с муниципальными главами, такие МСЦ откроют и в глубинке. Эта практика стоит того, чтобы ее тиражировать.